Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. Американский рынок труда демонстрирует зигзагообразную динамику. В течение прошлой недели число первичных заявок на пособие по безработице опять увеличилось. В количественном выражении показатель составил 343 тысячи, что свидетельствует о приросте числа заявок на 7 тысяч. Аналитики ожидали увидеть значение в 340 тысяч. Однако радует тот факт, что данная переменчивая тенденция в целом подчинена нисходящему тренду, сокращая уровень безработицы Соединенных Штатов. Тем временем вчера была предоставлена статистика от американских статслужб. Министерство торговли США заявило о продолжении роста объема заказов на товары длительного пользования. Правда, темпы роста несколько замедлились. Если в прошлом отчетном месяце показатель был равен 5,2%, то в июне уже 4,2%. Хотя стоит отметить, что аналитики были более пессимистичны в своих прогнозах и ожидали роста лишь на 1,1%. И все-таки участники рынка были разочарованы такими новостями, что отразилось бычьими настроениями на товарном рынке золота. Котировка драгоценного металла вследствие ослабления спроса на американскую валюту поднялась к отметке в 1340 долларов США за тройскую унцию. Вы смотрели новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго и хороших выходных. До свидания.